Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию Sid Meier's Civilization 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну что ж, как голосуем? Ну, я бы за... Ну, я бы скаутом лично увеличил силу. Я тоже. Зачем? Ну а что? Да я тоже не воюю, да. Ну, наемные войска. Как хотите. За промку плюс 100. Да, в промзоне бы. Или за веру плюс 100. Если за промку просто 100, чтобы никто не мог построить за производство юниты. Ну, давайте за производство. В этом, Кать, есть идея, чтобы никто не нападал, типа. Ну, мне главное, чтобы за деньги не снизили, я думаю. Вера... Ну, там вера у испанца, скорее всего, да, 83. Но у меня тоже немало. Но я скорее за деньги буду покупать, чем за веру. Отлично. Все, юниты за производство хрен надо, построишь. Надо, надо, тележку свою вкатить. Долбанные ГГшки вот с своими юнитами здесь. Ой, нифига у меня. Тебе в какую сторону? Классные болота. Мне главное проход пшеницы получить. Как пшеница? Знаешь, пшеница. Филадельфия. Блин, тут вообще стены какие-то у американца не пройти. Интересно. Визео монумент. Так, тут точно рабочего надо. А что с кампусом, кстати? Все на плюс 2 из... Ну, тут, конечно, священное место очень хорошо будет. Плюс 5, да? Плюс 6. Но это чудо. Ну, кстати, рядом с чудом имеет смысл. Да. Давайте отметим. И строителя. Так, в Браге посело. Жилье с двумя районами. Знаете, я бы попробовал в Эвере построить развлекательный комплекс. Так, у меня союзы появились. И, собственно, этот. Как его? Кто хочет заключить союзик? Я. Какой? Колизей. Экономический. Хорошо, давай. Я тоже могу какой-нибудь. Кинул. Он, видите, поставил город на побережье. Мне экономически с ним в тему будет. Немного без разницы, а какой ты хочешь. Так, надо в столице все скупить, да, караваны. Из столицы у меня просто какие-то немыслимые бабки валят. Оракул испанец закончил. Ну просто тут опасно, а тут я буду, наверное, в Кагуану и в Антанавалью отправлять. Ну это вот я закончу расселение, получается здесь ставлю город и здесь, и все, у меня по идее 3-4 расселения закончили. Кардифф, я вот подумаю, может Кардифф вынести и тут еще на побережье город поставить. Как вариант. Вообще интересная карта сгенерировалась, конечно. Так, 47. Тут у грека наука. Ну, понятно, что он взял.
То же самое Инг взял, то есть науку. А я науку буду с караванов получать. Ничего, пойдем уберем здесь кукурузину. Так, что у нас на деньги? Вантавалью 27. Тут стопудово тоже нету прохода. Два посла. Блин, мне всю эту колесницу построить. Тут просто это долго будет. 9 ходов. Тут бы я лучше с гавани начал еще. Начал гавань. Так, все-таки давайте. Вообще нам остался последний поселенец. Да ладно, давайте дождемся. Сколько у нас? 220. Потом уже будем миссионеров. Тут не влияет особо много чужой религии. Вон, синтоизм у грека. Он его не может распространять без священного места, так что... Тут мы ничего не ставим. Театральная площадь по ее средневековые ярмарки. Так, мне бы вообще... Куда? Морскую традицию. Нет, подожди, зачем мне морская традиция? Средневековые ярмарки. Так, что здесь? Слушайте, вообще, вот там еще священное место неплохо, плюс 5. Может, тут для какого-нибудь другого района оставить? Или для чуда? Все-таки, извините, плюс 50% Ну, блин, зато с другой стороны, тут священное место очень быстро построится. И тут, в общем-то, никакие другие районы и не требуются пока. А вот у этого города тут будет священное место, скорее всего, или здесь. Тут придется удалять. С другой стороны. Ну, я свое будущее вижу радужным. Тем более, что в этой эпохе никто не будет строить армию, а я всегда смогу ее купить, например, за деньги. Так, вот теперь, наверное, надо подумать о том, чтобы взять Лян. Идем, скорее всего, в Каимбру. Тут аквакультура должна быть неплохо. Или, может, Мокшу стоило? Рэй спросит меня, почему бы, например, англичанину не напасть, не захватить у меня поселенца. Мы с ним даже не дружим, я типа не боюсь, что он нападет. Потому что он не мой сосед, он не может, например, этим поселенцам поставить город нормальный, чтобы он не отвалился по лояльности хоть кому-то. То есть он может захватить только поселенца, чтобы мне нагадить. А мне это никак не повлияет, ну, кроме того, что у меня позже город поставится. Это в начале игры было бы плохо. А так отношения испортит. То есть на ровном месте зачем портить отношения? Так, селитра открылась. Без всякого акведума поехали в ученичество. Так, мне, в общем-то, нужен еще один... Блин, тут... Вот тут селитра неудачно. Ну, я зато ускорю сейчас ученичество, очевидно. Но зато я без акведука, получается. И у меня промышленная... Я вообще для промышленной зоны никакого соседства в этом городе не сделаю. Забавно. Так, тут, наверное, ничего не меняем. Божественное право, два храма.
Дождьте врага при помощи кудрем. Вот это можно открыть. Дайте, наверное, даже феодализм лучше. Два храма-то я построю. Так, следующий караван покупаем. Пока последний, да? Грек уже в селитре, испанец в селитре, американец. Но у меня как минимум две селитры, как я вижу. Ну, кстати, у грека похуже города растут. У грека города растут похуже. О, все-таки инка нашел Женеву, но мне бы Женеву себе оставлять. Конечно, не хотелось бы, чтобы его... Что плюс 15% к науке без войны. А вот и Женеву, да? Нет, Иерусалим. Ну, Иерусалим мне точно сейчас не нужен. Галец, договор, посмотри. Я ж уже отказал тебе. Ну зачем мне ему давать смотреть? Я пока не у его границ, например. Не хотелось бы, чтобы он знал, какие у меня города хорошие, или потом шпиона отправил. Так, сколько у меня осталось купить последнего? 220. 60, следующим ходом покупаю. Так, давайте-ка мы сразу купим этих оленей, так, и больше я пока не могу строить торговцев. Так, мне надо две последние цивы найти. Брюссель. О, господи, свалиты, КГшки мешаются. Так, развитие у американца, ничего так, города растут. У меня, кстати, кроме столицы-то остальные не растут. С другой стороны. Вообще, я долго расселяюсь, да? Рудник плюс к производству. Ну, я буду рабочих, сейчас я вот закончу последнего посела, да? Потом я куплю миссионера. Мне надо Брагу и Каимбру точно в ислам перевести. А потом буду покупать рабочих и караваны, в общем-то, за веру. Место тропическими лесами. И, кстати, я вам хочу сказать, очень часто Португалия появляется в тропических лесах. Так, строили колосс, дополнительный караван. В арму. Так, ну я бы тут постоял, пока, чтобы если тут там будут появляться корабли. Нафиг надо.
Наконец-то я могу тут встать. Так, здесь последнего посела покупаем за веру. Вообще, мне бы два арбалета еще делать. Я хотел здесь священное место, да? А в этом городе, наверное, все-таки сюда. Так, значит, тут покупаем, вырубаем. Ставим. Тем более, это просто священное место очень быстро будет строиться, получается. 6 ходов. Ну, не так, чтобы быстро, но оно было бы дольше, если бы без этого чуда. Так, монархия открылась. Нет, пожалуй, оставим античную республику. Канада, у меня в столице ладника куплю сейчас. И твоего скаута убью, если ты мне войну объявишь. Ты пройти хочу, да? Нет. А канадец, он же один сначала должен. Да, кстати, канадец не может войну объявить. Он же должен сначала осудить и 5 ходов ждать. Он осудил меня. А, уже осудил? У меня тяжелая колесница, если рыцарь апну, приду к тебе, понял? Понял? Угрожает он мне там своим скаутом. Пройти просто хочу. Кстати, Брюссель из... Я твои границы. Что Митла, что Брюссель, это бывшие варварские планы. О, немца надо встретить. Так, отменим пока. Надо встретить немца. Ну вот смотрите, даже несмотря на то, что я не взял в золотом веке на соседство, ну, на науку, я по науке не так уж и отстаю. Вполне себя комфортно чувствую, оказывается. А вот у грека, ну, тут у меня в итоге будет... Сколько городов? У меня сейчас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой ставится, там 9, 10 городов. По-моему, Зеба. Надо, ну хватит уже тут. Проход у Валида-Лида блокировать. Есть немец. Чай у него будет. Но это главное, что я могу караван очередной купить. Так, и тут, значит, мы сюда пойдем. Ну... Откуда и куда у меня... По-моему, я из столицы уже все возможное отправил. Кстати, я могу к нему в Майнц отправлять, между прочим, или нет? Да, могу. А давайте союз. Причем я должен, по идее, даже из Лиссабона добегать. Давайте союз с немцем. Немец предложение. Еще одно. У меня, по идее, из столицы должен добегать туда караван. За деньги пока покупаем и миссионера.
понеслась распространять религию. Надо разобраться с варварами, иначе проблема будет с караваном в Майнц. Ну, проатакую, пожалуй. Не должны убить, вроде как. Ой, нету прохода. Так, ну мне осталось... Мне, собственно, только Канаду осталось встретить. Где она? Под Германией и подо мной. Ага, понял. Это далеко. У него скаут бегает ниже Брюсселя. Ну что, давайте глянем на производственные... Промышленная зона в столице. Слушайте, хотя плюс 3 вот есть. Что-то на плюс 3-то вполне. Давайте сюда. Вот жалко, что здесь... ну, хотя мне дамба уже не нужна тут, на этой реке. Так. Тут у нас рабочие. Я все-таки хочу здесь попробовать... Развлекательный комплекс и стадион. Колизей, я имею в виду. Конечно, будет поискать, может, кто-то еще его строит. С другой стороны. Так, еда, еда. Тут ничего не залочено, да? Все растет. Каимбрия. Тут как раз залочено. Вот, пускай такой рост будет. Производство. Блин, в Лерии давайте купим амбар. Совсем город не растет пока. Блин, и Визею хочу амбар, ладно. Это жители, это дополнительно наука. Как у меня ровненько 57-57 идет. О, 85, это явно он поставил на соседство этих коммерческих. Да, видите, 8 идет от коммерческих районов. Думаю, американец тоже, испанец тоже, и немец тоже. Ну, наверное, пока еще нету. Хотя, что откладывать? Можно вырубить уже сразу и просто... Тут будет священное место, потом... Потом сейчас пойду ртуть обрабатывать этим рабочим. Да и не больно даже ударили. Так, сначала давайте в Брагу. Потом надо будет Иерусалим засоюзить. Когда Брагу обращу. Потому что, в принципе, и сейчас уже. Так, у меня еще остались эти колесницы. Арбалетчик. Самарканд, тяжелая колесница. Заповедник. А, Иерусалим, тяжелая колесница. Давайте арбалетчика сначала сделаю. Блин, 125. Не, жалко без карточки на наемников.
Хорошо, а колесница, вот колесница 125. Давайте я ее куплю вот здесь. Может, мне в Иерусалим еще одного чисто просто плюс 3 в каждом религиозном здании, а у меня уже тут есть храм. Ну, давай. Так, гавань. Блин, я бы маяк, наверное, купил просто. Я и храм бы купил. Ладно, давайте строителя пока здесь начнем. Блин, так я и строителя бы за веру купил. Короче, что бы я не купил. Вот что бы из того, что тут есть, я бы не покупал. Акведук, наверное. Но акведук мне надо здесь ставить. Йорт, побери. А давайте пока судоходство в гавани сделаю. Только какой-то странный у меня этот город Коимбра. Так, тут надо, конечно же, универы открывать. Мои португальские. Да хватит мне дзинь-дзинькать. Так. Где ж у нас... Ну, канадец, короче, вниз мне надо плыть, очевидно. Может, я этим раненым вниз поплыву, а этим буду помогать. Пока. А где у нас рыцарь? Я бы рыцарь... Ну, вообще образование сначала, а потом... Потом в стреме, наверное. Пойдем. Хочу апнуть коляску в рыцарей. Угу. Проплыву скаутом по побережью. Библиотеку. Хотя там два хода, ладно, как раз библиотека до сори. Я, может, лучше тогда сам универ куплю. Пожар. Лян в Коимбре. Так, ну что нам за веру? Караваны нет. Ну что, рабочих? Причем как раз в Коимбре. А и тут я за деньги хотел маяк купить, с другой стороны. Я все-таки маяк куплю, а универ попозже. У нас все на караваны. Нам нужны караваны. Есть ислам. Причем это сразу город действует как... Ну... Слушайте, мне может тогда Визеу лучше обратить, а не Коимбру. А, Коимбру уже обращена. Все города со священным местом, благодаря Иерусалиму, у меня влияют как... 4 раза больше религиозного влияния на все города в радиусе 10 клеток. То есть у меня сейчас должен ислам очень быстро распространиться. Сейчас еще Визео обращу, и тут тоже будет священное место. Это будет очень быстро. У меня больше всех армия, не считая испанца. Мне кажется, испанец на кого-то будет нападать. У меня есть такое предчувствие. Так, можно что-то за один ход открыть? Нет? Пойдем-ка в торговую республику. Вряд ли я буду два рынка строить. А вот две каравеллы, кстати... Сделку. Блин, далеко. Ну, слушайте, давайте просто в картографию. Давайте пока рыцаря отложим.
Мне нау очень нужны. Так, тут стоим. Что я тут хотел строить? А, акведук я вот сюда хотел. А зачем мне сюда акведук? Где у меня будет промышленная зона? Кстати, в Лиссабоне давайте покупаем строителя. Блин, в каком Лиссабоне? У меня в Каимбере лян плюс один этот. Надо все в ляны покупать дальше. Ладно, давайте... Наверное, так все-таки. Пускай он закончит судоходство. Я понимаю, что здесь не работает как пить, когда ты покупаешь здание за веру, да. Потом умеешь веги и второй покупаешь. Кто там? Челине, на кого ты ругаешься? Давайте, может, таймер покороче сделаем уже. Какой у нас таймер? Ладно, тут я все-таки куплю рабочего. А, ну да, хватает. Тут далековато из Каимбры везти. А, он, наверное, все-таки про это, типа, видите, выкупил. Так, у меня клетки здесь. Храм. Ну, наверное. Так, тут купим клетку. И ртуть. Обработаем еще одно счастье. Как у нас вообще... Мне вот тут еще надо обработать скот. Чтобы плюс к счастью за Артемиду появился. Давайте глянем, Колизей не строит ли кто-нибудь уже. Я тут половину городов вижу. Нет, никто не строит. То есть, либо только там Испания, Германия и... Германия, Испания и Канада, если только. То в этих я практически всех, все города вижу. Вот, 4,5 минуты, мне кажется, много. Ну, давайте я 3 поставлю. Да. Так. Визеу есть священное место. Есть ислам. Ускорили реформацию. Ну, я бы здесь кампус, наверное, уже строил. Слушайте, а может мне здесь где-нибудь ромашку организовать? Вот в этом месте, например. Вот сюда ромашку. Я понимаю, что здесь уйдет тогда... Делка, я через... Да, давайте тут ромашку. Ходу в 5 отдам. 50? Здесь, соответственно, покупаем строителя. Ну, давай, давай сейчас 25. Давай 33. Мне ровно сколько надо. Тут благовония. Буду ждать, когда я вообще, по-моему, ни с кем не торгую до сих пор. А, тут я хочу убрать вот это. И, наверное... Да, давайте школу навигации просто. Хотя я могу купить ее. Наверное, покупаем. 91. Плюс 6 и плюс, считайте, 15% от Бенгалы и 15% от Женевы. Плюс 30% к науке, поэтому 91. Просто с одного кампуса. Чисто. Так. Ну, я бы тут театралку поставил. Дамба тут не нужна, потому что стоит уже. А, стоп, у меня же промышленная зона следующим ходом. Да, давайте отложим... вырубить на промышленную зону. Так, в Визео, пожалуй, построю святилище, пока дойдет рабочий, чтобы вырубить тут лес.
Так, тут обрабатываем еще селитру. Ищем канаду. А вот она. Я, кстати, не первый, кто повстречал все народы. Мне торговать нечем. А маяка тут хотел закупить. Так. Тут вырубаем на промышленную зону. Ну тут плюс 3 за счет того, что тут появилась селитра. Как бы тут, конечно, никого плюс 3 не было. Беру. Так, пойду сюда вырубать. Я хочу в Эвери сразу этот строить развлекательный комплекс и планировать Колизей. Так, ну пошли, наверное, к Гуарду обратим, просто чтобы он влиял на грека. А остальные меня должны уже автоматом благодаря влиянию. Американец. Так, больше торговых путей. Пока... Ну, вообще за веру могу купить. Давайте глянем, куда у меня... Ну, вообще, из Лиссабона... Я не знаю, почему меня Лиссабон не показывает вообще. Так, у меня из Каимбры на 24 и из Браги на 24. Это за счет... Это, кстати, за счет религиозных... Испания, дружба. Давайте, наверное, из Браги. За счет религии моей. Почему больше? Потому что там священные места, и они, соответственно, больше дают выхлоп. Немец, мы, видишь, дружественный народ Португалии борется с варварами у твоих городов. Могу дать 7 монеток. Фига ты щедрый. Ну, это все деньги в моей казне, поэтому щедрый на 100%. А, ну да. Так, в Лирии нет жилья пока. В Эвери тоже нет жилья. Да, ромашка у меня будет здесь. Соответственно, и тут кампус нормальный встанет. Даже больше, чем на плюс 2. Так что живем. Наверное, сюда поплыву. Но тут должна эта эпоха быстрее кончить. Хотя еще идет. Давайте вообще глянем, тут где-то еще могут поселенцы влезть вот сюда и вот сюда. Но тут жалко, честно говоря, ставить. И здесь жалко. А все, больше нет. Ну хорошо, можно где-нибудь... Ну тут вообще будет без... без пресной воды. Бесплатный торговец. По-моему, здорово. В Ульм. Кайф. Класс, тут немец ставит города. Это везука, кстати. Может мне с немцем экономический союз лучше заключить. Так, и тут мы сразу... Развлекательный комплекс. 18 ходов, ну, построится, я думаю. Из Браги... Из Браги в Антавайлью.
Так, ну и тут, пожалуй... Нет, все-таки два влияния пока. Так, какие у нас... Какие у нас есть города-государства? Махенджо-Даро и Брюссель еще, да? И Бандар-Брюней. Что-то странно, никто вообще армию не строит. Ну так плюс 100%. Так, кто хочет сахар? Наверное, по берегу все-таки. По берегу. Финикия. Так, слушайте, вот этого мне надо... Мне тут вот две каравеллы, тут надо будет сделать. Давайте, знаете, что я поставлю... Хотя, ладно, не буду наемников ставить. Лян... Давайте лян на аквакультуру все-таки прокачаю. И будем, наконец, каимбру нормально делать. Так, тут вырубаем. Ставим маяк. Тут шахта у нас будет. А всю тропический лес весь оставляем до меркантилизма. Так, янтарь. Есть с кем поторговать янтарем? Теперь вот с инком. Так и так. Ой, инк, отмени, пожалуйста, предложение. Я что-то не видел, что у меня мрамор есть. Тупанул. Хорошо, сейчас отменю. Короче, по очереди давайте Канаду глянем. А, переход хода. Подождем. Чай и янтарь есть. Канада, предложение. Так, мастерская. Ой, то есть промышленная зона. Ну, наверное, давайте... Блин, я бы мастерскую купил, сейчас бы просто отложил, наверное. Караваны я бы за веру покупал. Давайте куплю просто мастерскую. Откладываю театралку, сейчас следующим ходом начну ее строить. Так, в Порто-Гавань. Блин, чё гавань надо было? Священное место? Ну ладно. Тут правительственную площадь. Так, здесь мы обработали янтарь. Тут еще ресурсы прям вот, ну, на счастье, я имею в виду, чтобы торговать можно было. Клан каменного лица. Прикольное название. Покер фейс. Анкорват испанец. Больше торговых путей. Ага, вот Канада. Ой, с Канадой можно торговать. Ну, все. И у меня есть куда отправлять караваны, слава богу. Ладно, давайте тогда крабов. Нет, там минус один. И хорошо, где твой, кого я не встретил еще? Это вот этим. Немец, а давай я тебе дам денег, и ты купишь вот эту клетку около Майнца, где у меня стоит раненая галера, чтобы я там лечиться мог. Сколько тебе надо денег? Рефекторию построил. А какую клетку? Ну вот, где раненая галера стоит. Майнц. Раненая галера стоит. 55 монет. Ну
Ну, я уже этим ходом не успею. А, ну сама. А, купил, спасибо. Значит, дам 55 монет. Чё так звук был, как будто у кого-то город отвалился по лояльности, нет? Так. Ну, в первую очередь мне надо, чтобы я здесь апнулся в гале... в эти вот. Красота. Блин, немножко денег не хватает. Давайте, наверное, возьму мокшу. И назначу его вот в этот город. Он тоже на грека влиял. Так, я даже не успел сюда прийти, уже все обратилось. Пойдем, наверное, тогда обращать инка в столицу. В меркантилизм, то это Торре де Белен, это, по-моему, вообще обязательное чудо для Португалии, а для всех остальных такое. Давайте вот этого повышу. Блин, а фиг ли он? Я ж не ходил им. Фигня какая-то, ладно. Так, есть маяк. Откуда у нас караваны? Ну, странно, до сих пор Лиссабон не показывает. Ладно, давайте из Лиссабона попробуем. Линия опять, что ли, не работает? Португалия, можно предложение до конца года, пожалуйста? Ответное прислал. Давайте амбар. Так, тут у нас аквакультура делается. Блин, не успел театралку поставить. В Эвере надо вот эти все клетки, тут вырубить лес, шахту поставить, тут сделать лесопилку, чтобы быстрее. А этот, наверное, вот сюда буду ставить. Ну, Колизей. Тут будет плюс 6 театралка, между прочим. Торонто, 3 царик. Видите, я могу здесь на самом деле поставить, но я не буду, потому что это гавань ему закроют. Так. Торговая республика. Ремесленники. Давайте пока торговую конфедерацию, а это оставляем как есть. Хотя, может, новые строители... Давайте новые строители вместо каравана на два действия больше. Надо в Лиссабоне покупать за веру просто. Так, и у нас еще вообще один караван есть. Давайте из Браги. Что? Я вообще не понимаю, что ты говоришь.
Так. Промышленное. Говорили. Промышленное производство. Давайте в Каимбре вот этим пойдем. Жемчуг обработаем. Здесь высаживаемся. Причем жемчуг тоже... Ну, по-моему, жемчуг как раз на веру. Стоит тут, ладно. Так, тут вот сюда вырубать пойду. Можно убрать мне. Две монетки на один ход. Так, я жемчуг могу с кем-нибудь поторговать. Тут ему американца сахар. Американец предложение. Ну, тут, наверное, с кампуса начну. Вера, конечно, тут классно священное место, но начнем с кампуса. Терметки мешают районы ставить, прикиньте. Зал для приемов. Сейчас в Фаро посмотрим, как будет выглядеть, например, кампус вот здесь. Я думаю, что он плюс 3 должен минимум давать, да? Плюс 3. А тут, когда вот тут и вот тут район... Я понимаю, что это еще от тропических... Ну, короче, плюс 3 как минимум тут будет. Я бы сначала все-таки гавань ставил. А потом уже... Так, и здесь купил амбар. Надо клетки купить. Мавзолей в Геликарнасе финикийц построил. Толмайте. Круговорот монеты, блин, в природе. Так. Этим я останусь убивать, как перемещению возьму, а этим поплыву ставить. Вообще надо было наоборот сделать, блин, потому что у этого два заряда, у этого один остался. А где у меня еще одна? А, собственно, так вот она и есть. Это вот мне надо вернуться вообще-то в Ульм и апнуть. Или даже не в Ульм, а вот так проплыть. И апнуть галеру. Так, это, по-моему, да, 25% веры. Поэтому я бы, пожалуй, в Лиссабоне сделал. Ну, пожалуй, в Майнц, чтобы полтора еще шло из-за фактории. В Браге амбар растем и храм строим. Тут мы дальше... Ну, мне бы мушкетер... Ладно, давайте стремя и, видимо, верфь. Да я мушкетеров не вижу просто. Так, 9 ходов. А что я еще... А я все построил, да? Португальское. Так, а янтарь, по-моему, дает культуру, если я не путаю. Давайте глянем. Нет, тоже веру. Ну тогда тоже, наверное, в Каимбре надо делать. Последний город ставится. Реально, вот как бы для Португалии вот этот
полуостров выделен. Я, кстати, ну, мы те не получившиеся игры в итоге там тоже давали полуострова такие небольшие. Так, здесь я бы, наверное, сразу купил монумент просто. Сразу купил бы амбар. И начал строить гавань. Так, значит, в Каимбре делаем промышленное производство. В Лиссабоне тоже промышленное производство. Тут сейчас закончится... Ну, акведук. И Темпломайор тут было бы интересно, но слишком долго. Просто слишком не развит пока город у меня. Не храм. Этот акведук. Давайте он вырастет. Следующим ходом я производство тут включу. Так, тут шахту делаем. Эвери. 3-3-3-3. Тут все нормально. Вот в Каимбре вот это надо передать. Каимбре, в общем-то. Так, промышленное производство делается. Что тут можно купить? Амбар можно купить, да? Да и водяную мельницу я тоже тут куплю. Быстрее росла. И тут куча риса. Чтоб город вырос. Обработаем табак. Торгуем с испанцем? Нет, нету ничего. Финикия? Нету ничего. Канада? Нету ничего. Немец? Нету ничего. Американец? Нету ничего. Инк? Мрамор у меня самого есть. Грек. Это все тоже у меня есть. Кайф. Короче, торговать нечем. О, так я уже в золотой век выхожу. Нормально. Так, тоже на автомат поставлю сейчас плавать. Короче, надо эту кругосветку на следующую эпоху оставлять. Тут у нас испанец. И кампус у меня все еще один, между прочим. Так, у меня перекупили Иерусалим. Интересно, кто там так вкладывается в него? Челиньо. Ну, я не думаю, что ему это поможет. Он скорее всего, просто чтобы я его не имел. Ну, в принципе, у меня уже все города обратились. Самое что интересное. Ну, вот Геморрайнш 0.4. Ну, ничего, я думаю, выстоит. Так, я могу еще один караван купить? Нет. Просто где-то перестал бегать. Вот из Визео перестал бегать. Давайте из Гуарды я еще вот отправлю. И потом еще из Эверы. Один градиус у морских юнитов. Ну, это такой себе. У меня и так они уже бегают по океану. Просто плюс один градиус. Бандар Брюнеи построю. Так, тут рис обрабатываем, я думаю. И тут бы производство, но я бы вырубал... Тут я уже тропические леса бы вырубал. И вот тут лес бы я вырубил. Ну, когда буду Колизей строить? Так, а Колизей нам... Можно... Подожди, он вообще есть у нас в списке? Может, его кто построил уже? Есть. С ареной.
Привлекательный комплекс с ареной. На ровном участке. Ну, похоже, вот здесь будем делать. Эх, стоп. Что это я? Вот здесь будем делать. И надо сюда, наверное, рабочего тогда везти. У нас два хода, в общем-то, осталось. Что у португальца? Культура столько. Второе место, как бы. Третье. Плюс чудеса. Ну, я поставил... Начнем с того, что я поставил карточку на караваны, которые дают науку и культуру. Так как у меня 13 караванов, то, соответственно, плюс 13 культуры. Пингала. Столица — это плюс 15, и там с процентом. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!